Привет всем! Меня зовут Галина. На моем канале вы узнаете, как воплотить в жизнь яркие идеи своими руками. Но это обычно. А сегодня у меня будет бьюти-распаковка от канала Натальи Елизаровой. На канале у Натальи мало того, что очень много проводится розыгрышей, так еще и много интересных бьюти-обзоров по косметике. Наталья тестирует на своем канале декоративную косметику, рассказывает о новинках и делится секретами макияжа. Я думаю, что вы наверняка найдете нечто интересное именно для себя. Подписывайтесь на канал Натальи, ссылочка будет под видео. Когда я получила подарок от Натальи, я немедленно его распаковала. В плане косметики я настолько любопытная, что терпеть просто нет сил. Итак, обо всем по очереди. В первую очередь я хочу показать вам вот такую вот стойкую тональную основу The One Everlasting. Она очень стойкая, по текстуре достаточно нежная, и что по мне очень важно, она прекрасно ложится без всяких тампонов, без кистей, просто пальчиками. Прекрасно сливается с тоном кожи и тем не менее матирует все недостатки. Оттенок идеально подошел для моей смуглой кожи. Из этой же линейки The One Наталья прислала мне помаду. У помады настолько красивое название. Мягкий кофейный оттенок помады. Вот такая вот выдвижная помада. Цвет, оттенок помады между красным и коричневым. Очень нежная, мягкая-мягкая помада. Я обожаю мягкие помады. Конечно, при использовании мягких помад необходимо еще карандаш подбирать, чтобы помада не растекалась, но я думаю, это мелочи. Вот такой вот красивый, мягкий кофейный оттенок. Собственно говоря, вот коробочки от этих двух средств. Я их показываю не просто так. Посмотрите, они в фиолетовой гамме. И Наталья в той же фиолетовой гамме подобрала мне смягчающее универсальное средство. Оно подходит для губ, для локтей, то есть там, где у вас сухая кожа, оно подходит. Аромат у этого средства просто бесподобный аромат. Я вот уже попробовала, губы у меня очень сильно шелушатся, постоянно трескаются. Я частенько пользуюсь смягчающими средствами. Конечно же, и это уже сразу попробовала. Аромат, как я уже сказала, просто необыкновенный. Аромат черной смородины, я ее обожаю. А в совокупности с тем, что это средство очень быстро, буквально за несколько минут смягчает губы перед нанесением помады, для меня это оказалось очень важной находкой. Я уверена, что теперь такое средство буду еще заказывать. А, кстати, вся эта линейка из Oriflame. Помаду, тональную основу и универсальный бальзам, назовем его так, мы посмотрели. Что осталось еще из посылочки? Остались вот такие вот тени, мерцающий золотистый. Основного цвета он не дает, просто блеск. На камере даже не видно. Блеск не такой яркий, кричащий, как для вечеринок, а легкое мерцание, дымка. Тени дают только мерцающий блеск. Очень красиво. Я в восторге, Наталья, спасибо вам. И еще, как бонус, Наталья прислала вот такие вот пробнички. Пробничек от Oriflame Giordani Gold. Это тоже тональная основа, я его еще не открывала. И два парфюмерных пробничка от Yves Rocher. Их я тоже не открывала. Все пробники я люблю распаковывать где-нибудь в путешествиях, в дорогах. Во-первых, приятные впечатления, эмоции и, конечно же, удобный формат. Девочки, спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Я надеюсь, вам понравился такой бьюти-обзор, распаковочка.
А для меня это новая тема, поэтому поделитесь своим мнением. Интересно было смотреть, или, может быть, не очень какие-то ошибки я допустила в своем видео. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Ну и, конечно же, девочки, подписывайтесь на канал Натальи. У нее проводится много розыгрышей. Если вам нравится косметика, а косметика, я думаю, нравится каждой девочке, вы обязательно найдете, подберете там что-то свое. Наталья, вам же огромное спасибо. Я была очень удивлена, когда вся линейка просто идеально подошла под мой тон кожи. Спасибо вам. Всех, кто отмечает Пасху с наступающим, подписывайтесь на мой канал, на канал Натальи. Ставьте оповещение колокольчиком. В следующий раз мы продолжим тему мастер-классов. Будет много интересного. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы первыми узнавать о новинках. Хорошего вам настроения и до встречи!